Вот так у нас делают дорогу, ремонтируют. Прошли БДТ. А теперь ее приглаживают. Вот такие вот технологии. Завтра Пасха, чтоб люди ходили, перестасывались. О, нормально. Опа! Мечта рыбака. Это что это, Елена Степановна? Это мечта рыбака называется. Мечта рыбака? Да. Ох ты! Угадай, зачем я собираю? Зачем это вы собираете? Ой. На рыбалку завтра, ребята, идем. Это у нас... Что это у нас? Грядка старая. Грядка была. Да, классно. И если копнуть ту большую кучу. В огороде там и коральки будут. Беленькие такие. Едем на дело. Привет, ребят. Едем на дело. Все колеса целые, самое главное,
целые. В том году случился здесь пожар, оттуда загорелось, был ветер в эту сторону, и буквально до погреба догорело, где-то чуть поближе даже. Вот. Сегодня из кочегарки искра вылетела с трубы. Труба высокая. И случился там вот, упала туда, там случился пожар. Берег загорелся. Короче, прибежали люди, затушили. Вот видите, тут кто-то проехал. Мал-мал, тут вроде как борозду сделали. Противопожарные, чтобы до школы не дошло. Ну и там вот за клубом нашим тоже проехали мало-мало. Вот. Но что-то мне не нравится, как они проехали. В том году, кстати, здесь, когда у нас был день деревни, я тут это на тракторе ездил, приминал лопатой, ковшиком, чтобы это... Ну, в туалет люди ходили, и так был вид какой более-менее. Ну, а сейчас приехал сюда, вот видите, тут мало-мало более-менее это счистил. Потому что если вдруг опять что-то пойдет, хоть не так, потому что тут трава, участки, это вроде как чьи-то чужие, хрен знает чьи, не знаю чьи. Ну и, короче... Меры противопожарной безопасности, так называемые. Вот видите, тут земля, кстати, чернозем. Так, ладно. Все, дело пойдет. Ну вот они на Беларусь, наверное, плуг таскали или что таскали. Захламлено все это. Вот, вот так вот в деревне, вот хватает у нас землю, моя земля, а сами ни хера ничего не делают, не убирают. По идее, администрация должна штрафовать этих собственников, кому тут земля принадлежит. Не знаю. Ну и ни хера никого, ничего. Вот так приходится. Приходится вносить свою лепту, потому что, ну... Потому что потому. Вот так. Ладно. На этом все, конечно же. Поеду домой, поставлю трактор. Когда ученики в школе учились, всегда делали субботник. Убирали здесь метров на 30. Сам когда-то учился, тоже принимал участие в субботниках. Убирали все. Вот так вот. Ну там вот за клубом выгорела половина, половины нет. Ну прошли более-менее, там ничего вроде. Вот так вот. Сейчас спокойно. Вот такие дела, ребята. Вот так. Дело рук утопающих. А, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Все, поедем домой ставить трактор. Кочегарка вот наша. Вчера вот искра вылетела вон оттуда и пошло гореть. Вот вчера здесь был пожар. Слава богу, люди прибежали. Все увидели, затушили. Да, я, кстати, тоже был, ребят. Выгорело здесь вот так. В том году тоже здесь все горело. Вон оттуда как пошло. Так тоже где-то здесь примерно затушили. Ну, тоже так же вот хорошо, что ветер сменился. Этот берег реки. О, смотрите, вода стала прибывать. А там вон кто-то, вон вдалеке сидит, кривдит с кривдой.
палки стали плыть по реке, значит, вода прибывает. Самый верный признак. А то воды совсем было мало. Тут, короче, все сгорело. Трава полезет сейчас. Тут. В том году вообще тут жесть была, как горело. Ну, берег захламленный. Растет эта вот всякая фигня. Ну, эти вот крапива, да, конопля. Вот она и растет. Ну, нету здесь. Чьи участки, кому принадлежат, не знаю. Ну, а земля здесь черноземная. Вот так. Здесь раньше картошку садили, вот школьники. Последние года, когда школа работала, функционировала у нас в деревне. Вот это место. Земля, чернозем. Ну, рядом со школой садили картофель. Хороший урожай всегда был. Так. Сегодня у нас Пасха. Ребят, с Пасхой вас всех. Пасха. Приехали посмотреть праздник. Проехали, сделали противопожарную полосу. Плуг зацепили. Да, простой плуг. Потом приеду, разровняю. Потому что я здесь заезжаю на тракторе. Ну и вообще езжу. Ну, короче, здесь все равно вот она дорога проходила вот от столба. И так вот эту всю сторону я всегда чищу, всегда. А здесь вот до сюда я не чищу, здесь как бы считается другая территория. Вот. Ну, они вот, ребята, проехали по дороге. Ну, я считаю, что это неправильно, наверное. Надо было ехать вот там. Вот так вот. Ну, ладно. Чё не бывает. И тут проехали. Ну, там хоть по краю дороги. Конечно, зря не дорога. Ну, чё, как разве эта полоса спасет от пожара? Так. Надо было уж ехать той стороной, а там тупковато, вот они и тут поехали.